целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров ежедневно сотрудниками отделения ГИБДД города Артемовского проводится профилактическая работа с водителями по правилам безопасной перевозки детей в салоне автомобиля. Так, при проведении рейдов были выявлены 21 нарушение правил перевозки детей. Основные нарушения – ребенок находится в кресле, но не пристегнут ремнями безопасности. Не закреплено детское кресло в салоне автомобиля. Не используются детские удерживающие устройства, а также используемые детские удерживающие устройства не соответствуют росту и весу ребенка. Но, как отмечают сотрудники госавтоинспекции города Артемовского, основная масса родителей перевозит своих детей, соблюдая все условия безопасности. Стоит подчеркнуть, некоторые родители решили поделиться своим опытом, создав своего рода обучающие видеоролики. Дети все повторяют за своими родителями. Как я начинаю вождение? Прежде чем завести машину, я обязательно пристегиваюсь. И это каждый раз видят мои дети, что я забочусь о своей безопасности. Пристегнулся, теперь можно ехать. Но для начала нужно пристегнуть детей. У меня двое детей. Один постарше, другая помладше. А надежное кресло с подушками безопасности. Сын прекрасно знает, что нужно продернуть это здесь. Пристегнуто, и мы обязательно проверяем. Хоп, хоп, все хорошо. Теперь у меня есть маленькая дочь. У дочки совсем другое сиденье. Сиденье другое, без таких ремней, с двумя активными ремнями. Мы обязательно пристегиваем. Обязательно все совмещаем. И тоже, соответственно, проверяем. Не туго, все хорошо. Можно ехать. Можно ехать, дети? Да! Поехали! Сознательные и любящие родители-водители, для кого жизнь и здоровье детей на первом месте, своими видеороликами не просто подают отличный пример мамам, папам, бабушкам и дедушкам, кто водит автомобиль, но и призывают всех перед тем, как отправиться в путь, подумать о безопасности своего маленького пассажира. Ведь в дороге в случае дорожно-транспортного происшествия может произойти то, чего не сможет простить себе ни один родитель.